Калашный ряд с уконом ходит рылом, за свежей халой так себе портной. Он был и есть всегда таким унылым, как будто пообедал банным мылом. Но починял он, но лицевал он, но штуковал он. Так это, боже ж мой. Герб рассказал такую историю, что он из гастролей в Великобритании привез себе тамошний автомобиль, купил автомобиль. Но это был конец 80-х годов, еще редко так возили иномарки, но ему было позволено. Естественно, в Британии, как вы знаете, правостороннее движение, поэтому руль там справа, а не слева. Да? У нас таких автомобилей практически не было. Но он ездил на такой, значит, машине. Вот однажды, он говорит, это был день рождения Ширвинта Александра Анатольевича. Значит, он, естественно, там выпил. Зиновий Ефимович, так сказать, и так далее. И на обратном пути за руль села его жена, которая, значит, не пила. Ну, как водится в этом случае. А он сидел рядом с женой. Останавливает гаишник. Видит, что сидит человек впереди, на месте, где должен быть руль. И говорит, слушайте, вы пьяны? А потом говорит, а руль где? На что, говорит, герцог совершенно не смущается. Я, говорит, ему ответил, а я жене передал.